Вашингтон, 14 мая, РИА Новости. В Госдепартаменте США в понедельник опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Ранее руководитель украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе в эфире телеканала 112 «Украина» заявила со ссылкой на источники, что спецпредставителю Госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат, и теперь он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе. Он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой. Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным, сказал РИА Новости представитель Госдепартамента. Волкер был назначен на свою должность в июле 2017 года.